Так, доброе утро, дорогие друзья. Все, мы начинаем наш урок. Извиняюсь, за пару минут опоздал. Все, мы начинаем. Шалом из Киева. Шалом из Киева. Все. Бокер тов, бонжур, хеллоу. И пока все собираются, мы продолжаем. Георгий Нивнина смотрит. Продолжаем изучать мудрость великого царя Соломона. Шломо Амелах – это царь, который вошел в историю мироздания как мудрейший из людей. Представляете, мудрейший из людей построил первый Иерусалимский храм. И есть его известнейшая книга, известная во всем мире, вообще во всех традициях, называется «Экклезиаст». «Экклезиаст» – это Коэлит. «Коэлит» – это его книга о смысле жизни, зачем. И если возникает вопрос, зачем вообще жизнь, да, он там ответит в конце, он разбирает все возможные варианты. Начинает он, правда, сразу же, понятно, его вывод понятен сразу. Он говорит, аколь эвель эвелим, все это суета-сует, пар-паров, этот мир это иллюзия. Но он говорит, совдавар, аколь нишма, в конце концов говорит, все понятно. Это латим ира, Бога бойся, мицватав шмор, заповеди его соблюдай, тизе коля адам, в этом весь человек. Для этого был создан человек. Это как главная цель, для чего человек в этом мире. И, в общем-то, искать другие смыслы нет смысла. Потому что если ты ищешь другие смыслы, то ты в итоге ты утыкаешься в какую-то иллюзию, и ты понимаешь, что ты сам все придумал. Хорошо, мне понравилась такая идея. Одно из доказательств Бога, что все в этом мире имеет цель за пределами этого мира. То есть, вернее, не так. Любая цель находится за пределами той деятельности, к которой она относится. Настоящая цель. Например, я провожу урок для того, чтобы служить Богу. То есть, я провожу урок для того, чтобы служить Богу. Я пью для того, чтобы утолить чувство голода, например, или жажды. Я там что-то делаю для того, чтобы. То есть любая вещь, она для того, чтобы. Мироздание, значит, тоже для того, чтобы. И если заглянуть в сторону, что все для чего-то, и у всего есть причина, то тогда мы уткнемся в то, что у жизни человека должна быть цель за пределами жизни. И так как у всего есть причина, которая лежит за пределами того, что есть. Например, причина меня – это мои родители. Причина моих родителей – это их родители. Причина айфона – Стив Джобс. Причина Стив Джобса – его родители. Ну и так далее. То есть то у всего в этом мире есть причина за пределами этого мира, которая не является тем, что является следствием. Следите за мыслью, это очень понятно. Теперь, если мы возьмем мироздание, которое существует в материи, энергии и пространстве, то окажется, что причина энергии, материи, пространства, времени должна находиться за пределами материи, пространства, времени и не должна быть ими. Получается, что вынуждено, что есть Бог и есть смысл жизни человека за пределами смерти. Это простое такое логическое доказательство, которое ну вот, можно себе представить, да? Понятная идея. Если сразу непонятно, еще раз надо все прослушать. Все, а мы продолжаем изучать мудрость царя Соломона. Здесь уже в книге притчи он объясняет, как все работает с точки зрения божественного взгляда на мир. То есть Бог создал мир, мы исходная предпосылка, что у мироздания есть создатель. И этот создатель, он сообщил мирозданию, то есть он, когда его создавал, то была... Вот сейчас мы как раз к этому месту и подошли. Значит, здесь говорится о Торе. Тора, это само слово Тора, переводится как учение. Учение, то есть некая информационная структурированная система. Это Тора, учение. Теперь говорит царь Соломон от имени Торы в 22 отрывке 8 главы притчи. Он говорит, Бог, Ашем, канани решит дарко. Он создал меня в начале пути его, кедем мифаалав меас, прежде действий всех с тех пор.
код какой-то, без объяснений непонятно. Теперь, если мы возьмем объяснение, что у нас получается? Если Бог, то, что мы называем Богом, это то, что за пределами времени, пространства, материи и энергии. Тот, кто является бесконечным, безграничным, непостижимым, и тот, из которого создалось все. Теперь, если вот этот вот Бог всесильный, то есть он бесконечный, он создатель, он в какой-то момент он создал из ничего, появилось намерение и идея, чтобы появилось что-то, мироздание. То есть представьте себе, ну если это можно представить, есть бесконечный, безграничный Бог за пределами материи, пространства. Ну, то есть нету ничего, есть только он, но его постигнуть нельзя, потому что нет того, кто его может постигнуть. Ничего нет. Потом вот в этом вот непостижимом, то, что мы называем Бог, возникает идея, чтобы появилось пространство, материя, мироздание. Вот эта первая идея, это является Тора. То есть мысль можно назвать, как у человека, что-то совершенно еще непостижимое, не структурированное, но уже куда-то направленное. Это то, что здесь написано в 22-м отрывке, что Бог создал меня в начале пути, прежде чем все создания, с тех пор, когда еще не было времени. Представляете вообще, ну, уровень? То есть появляется некая идея. Потом эта идея, она начинает, в ней появляется первая материя, из ничего, вот именно это и есть Бог, который создал из ничего что-то. Появляется первая материя. Первая материя, то есть первый какой-то материал, назовем это, да? Этот первый материал, он разбивается на две части. То, что называется духовный мир, то, что сейчас называют квантовая какая-то, квантовая реальность, которая находится за пределами материи и энергии. Но она есть, потому что материя и энергия появляются оттуда. Это духовная часть. И есть материальная часть, это уже там, где есть атомы, электроны, молекулы и всякая вот эта вот история, где уже вот эта вот энергия, которая появляется из духовного мира, она уже структурируется. Но в духовном мы просто не видим, потому что духовный мир работает не, мы не воспринимаем его нашими органами чувств. Так вот, духовный этот мир, он тоже структурирован. И, но все это вместе доходит до уровня, когда есть некий корень, вот этот духовный корень, называется он, в, как пророки его видели, это был как Кисе Аковод, это был как трон Всевышнего. Они это видели как трон Всевышнего. Как у человека. Вот мы смотрим, человек, например, он там вот что-то делает, планирует, какие-то большие проекты. Но по факту это у него вначале появилось намерение, желание, которое просто намерение там сделать что-то хорошее, или сделать что-то плохое, или выделиться, или войти в историю. У него появляется некое такое глобальное намерение, намерение. Потом это глобальное намерение, оно с помощью приобретения каких-то знаний, без знаний он не может реализовать свое намерение глобальное. Вот он, знаете, есть такие люди, вот он такой ребенок даже, да, такой уже, ну вот ребенок, там 10 лет, допустим. И он такой, вот есть дети, которые, они там ничего не хотят, а есть такой ребенок глобалист. Он в 10 лет уже, он что-то хочет. Но что он может хотеть в 10 лет, этот ребенок глобалист? У него есть просто намерение быть там каким-нибудь лидером, там, да, или что-то сделать для людей, а у другого у людей забрать. То есть можно посмотреть в песочнице, есть один какой-нибудь ребенок, он хочет давать людям, развлекать их там, что-то рассказывать, а другой ребенок, он хочет забрать. Третий, он сидит себе, просто на это смотрит, ему интересно, и он ничего не хочет. Ему просто наблюдать нравится. Четвертый, то есть у каждого есть некие, как их глубинные намерения, все люди разные. Потом на это намерение накладывается знание о том, как можно это намерение реализовать. Дальше накладывается на это, уже надо действовать. Дальше накладывается знание, как работать, с, когда идет сопротивление действию, понятно? Вот то же самое, та же самая модель, только если мы возьмем ее на мироздание. Бог – это непостижимый. У него была идея создать, как бы появляется идея, создать, дать. Дать что-то создать. Дальше эта идея, это и была вот это, то, что мы называем словом Тора. Это была какая-то информационная такая уже структура. Она разворачивалась и развернулась в то мироздание, в котором мы с вами живем. И эта же модель огромная,
она вошла в каждого из нас частично. То же самое, у каждого из нас частично есть некая идея, вот что-то хочется, а что мне хочется. Есть некое намерение. Потом на это намерение ты цепляешь способы реализации этого намерения, которые ты взял извне, из информации о мире. Дальше ты эти все информационные блоки, они как накручиваются на твое намерение, и они сталкиваются с твоими старыми раскадровками, как было раньше. И дальше на этом информационном внутреннем фоне человек производит какие-то действия во внешнем мире. 23-й отрывок, давайте посмотрим. 23-й отрывок тоже нам говорится от имени вот этой Торы, которая была изначальным как программой творения. Говорит Тора нам так. «Меулам нисахти мерош микадмай микадми эрец». Говорится так, «Меулам» — это вечно, то есть Тора вечная, потому что корень Торы в вечном Боге. То есть Тора — это исходящая мысль из Бога. Бог вечный, Тора вечная. «Меулам нисахти», она говорит, как бы, надо понимать, что это же говорил царь Соломон 3000 лет назад. Им было понятно, что царь — это тот, кто правит. Поэтому здесь написано так. «Вечно». Из вечности, Мелам это из вечности, я была избрана править. То есть в истории установлены законы мироздания. Когда мы говорим слово «Бог всесильный», мы имеем в виду вот то, что, например, Исаак Ньютон, он очень изучал, как работает мир, и он говорил, он понимал, что тот мир, который он изучал, законы всемирного тяготения, там законы разные, это божественные законы, которые Бог установил для реальности. Вот он установил, что так будет работать. Где он это установил? В программном коде, в Торе. И нам сейчас сам этот программный код, он нам и говорит. Изначально я была избрана властвовать, княжить, да, то есть как царствовать. То есть вот эти вот законы природы, законы, как вода замерзает, как она там тает, как она в газ испаряется. Это же все законы, то есть это же все некий есть, как сказать, программный код. Но где он? В Торе. От начала Мерош, то есть изначально она была Тора, Микадмей Орец. Это было еще прежде, чем появился материальный мир. То есть вначале появились вот эти вот духовные законы, а потом на них одевается материальный. Приведу пример, чтобы нам было всем понятно. Мы сейчас смотрим все друг друга через компьютеры, через телефоны. Но компьютер-телефон работает только из-за того, что какой-то программист придумал, как он вначале сидит и думает, так, как же оно будет, эта штука работать, так как же вот, о, вот так он думает. Потом его идею он вбивает кодом, и потом, если этот код, он нормально, правильно его вбил, то этот код превращается в какие-то программы. Но изначально, для того, чтобы у нас сейчас была возможность друг с другом общаться, была идея программиста, и вот эта идея и определяет, как сейчас наши приборы работают. То есть, если бы он подумал по-другому, было бы по-другому. У Apple операционная система одна, потому что думал один программист. У Android другая, думал другой программист. То есть, и получились немного разные системы операционные. А у Бога одна система, поэтому все мироздание работает синхронно. Нет такого, что там оно работает по одному принципу, здесь по-другому. Это и доказывает, что у всего мироздания есть единый Творец, потому что оно очень все синхронизировано, и видно, что один Творец. Хорошо, теперь дальше, говорит 24-й отрывок. «Бен теомот олальти, бен маянот нихбатти маем». Значит, «бен теомот», когда не было еще бездн, она говорит, «я появилась». И не было еще тогда источника воды. То есть Тора – это был вот тот вот программный продукт, идея божественного, которая потом превратилась в мироздание, в материальный мир. Понятно? 25-й отрывок. «Бетерем арим идбау лифне гваот хулальти». Она говорит, я была еще прежде, чем горы появились из воды и прежде, чем появились холмы. То есть, если мы посмотрим какой-нибудь фильм в Ютубе о том, как ученые видят, развивалось мироздание, они говорят, вначале был вот мировой океан. Откуда он был, мировой океан? Почему вдруг был на Земле мировой океан, а на Луне нет мирового океана? А на Марсе нет? Вот сейчас ищут, но нету нигде мирового океана.
А земля была покрыта водой. Как она была покрыта водой? Ну почему, представляете, летит каменный шарик, внутри огонь, сверху вода, потом воздух. И все не разваливается. И не улетает никуда. То есть это ж надо же было так все придумать, скомпоновать. Потому что сказать, да, случайно возникло вообще. Ну случайно, вот просто так. Тут огонь, тут твердая, тут вода, тут воздух, и ничего не разваливается. Случайно, конечно, случайно. А люди как научились разговаривать? Да, случайно, вот так вот просто шел человек и говорит, о, типа, привет, как дела, братуха? И все случайно, понимаешь? Ничего нет случайного. Все идет по законам, мир очень узаконенный и упорядоченный. И здесь нам поэтому говорит нам Тора, что я была прежде, был в начале план, а потом по нему разворачивалось все остальное. Как в ДНК человека зашифрован человек, как в каждой клеточке зашифрована программа ее дальнейшего развития и ее же умирания, также мироздание зашифровано, и вот этот код шифровальный. План. Это Тора. 26 отрывок. «Ад ло аса эрец». Еще до того, как Бог сделал землю, материальный мир. «Вехуцот верош афрот тевель». И пока не было еще ни хуцот, это как бы открытые пространства, верош, афрот, тевель, не было даже пылинок вселенной. Тевель это вселенная. То есть еще материи не было. Была, но идея материи уже была. Это есть известная история, как один парень, он начал изучать, как все работает. И он, значит, понял, что мысль первична. И он понял, что мысль первична, и он начал, прочитал, там есть сейчас книги, такие ученые, врачи, Джо Диспенза есть известный врач, который говорит о том, что есть квантовая реальность, и человек своими мыслями вытаскивает из нее ту реальность, которая потом выходит. То есть мысль влияет на материальный мир, так доказывает Джо Диспенза. И он там доказывает даже на ДНК, какие-то опыты есть в ДНК, что человек своим намерением и энергией меняет ДНК. И вот этот парень прочитал эту книгу Джо Диспенза и решил проверить, насколько мысль его родителей повлияла на его рождение. И он приходит к отцу и говорит, папа говорит, скажи честно, вот вспомни, пожалуйста, у тебя какое было намерение, чтобы родился мальчик или девочка? Вот когда ты с мамой там женился, ты кого хотел, мальчика или девочка? Он думает, сейчас скажет мальчика, значит мысль работает. Папа такой думал, говорит... Ты знаешь, говорит, я вот не помню, я хотел мальчика или девочку, но мне кажется, я хотел просто расслабиться. Такой анекдот. Ну, это такой анекдот. Значит, хотел, говорит, просто расслабиться. Это анекдот, но в каждой шутке есть доля шутки, что человек, он получает ту жизнь, о которой он хотел, мечтал, думал. И все, что есть у человека, это производное его мышления. И то мышление, которое есть у человека, превращается в события его жизни. То мышление людей, которое есть в той стране, в которой они находятся, превращается во власть, которая этой страной управляет. Потом власть, регулируя мышление людей, двигает страну или к благоденствию, или к неблагоденствию. То есть мы видим, что вот эта вот изначально духовная и мыслительная структура, она управляет реальностью. И если это мысль Бога, то это называется Тора. И значит, последняя 27 отрывок на эту тему мы прочтем. Там дальше идет тоже, описывается именно как система уже появления материального мира. Но мы сейчас уже вот заканчиваем 27 отрывок. «Бахино шамаем шам ани бехуко хук альпне теом». Значит, переводится это так. «Когда он делал небеса, я была там в законах вот в этих. И когда он проводил черту на поверхности бездны». То есть сама вот эта вот идея, как развивалось мироздание, вот есть прям, я видел когда-то фильм в Ютубе, и они показывают этот океан, он кипит, потом вдруг из этого океана появляются, начинают там горы, потом вдруг, и откуда жизнь появилась, ученые говорят, бульон. Вот в бульоны вдруг эти бактерии, они вдруг так они подумали, надо нам, пора бактериям размножаться-то. Что-то мы бактерии засиделись в воде, так ученые описывают. И бактерии начали размножаться и превратились в рыб. Бактерии в рыб. А рыбы во что превратились? В птиц. А птицы во что? В обезьян. А обезьяны во что? В человека. Класс. Вот это вот теория. Но это нереально все, не так все было.
было изначально задуман человек, и был какой-то программный код, как из одной клеточки изначально появляется человек, также Бог изначально, он сделал всю эту программу, которая развивалась, ну, то есть, понятно, что должен быть тот, кто это спроектировал. И здесь говорится, что пока Тора уже была, вот эта Тора, это идея, мысль Бога, в которой изложены все эти законы, как все будет, она уже была до сотворения мира. Мы сейчас, изучая Тору, мы пытаемся, понимая ее, принимая ее и как бы в мысли своей встраивая вот эту Тору, мы соединяемся с Богом, и у каждого, в принципе, большой пользы от этого нет. То есть от того, что я узнаю, что было, когда было зарождение мира, что меняется в моей жизни. Но если я верю, что источником всего является Бог, то я соединяюсь с Богом. Если я верю, что источником всего является обезьяна, я соединяюсь с Дарвином, который это придумал или не придумал. Или Дарвин был, не был, мы же не знаем, что было с Дарвином. Но максимум, с кем я могу соединиться через теорию Дарвина, это с Дарвином. Максимум, с кем я могу соединиться через Тору, это с Богом. Теперь надо выбрать, с кем ты хочешь соединяться и двигаться в этом направлении. Все, мы дошли до 27-й отрывок. Завтра будет шаббат, мы ничего учить не будем. Послезавтра в Йом Ришон, в воскресенье я буду лететь в самолете, поэтому моего урока не будет, но я попрошу Итана, будет с Божьей помощью урок Итана, если он сможет. У меня в воскресенье, понедельник, я буду в Москве и буду проводить тренинг, поэтому я не смогу 10-11 начала, никак я не смогу провести урок, вот, поэтому в воскресенье, понедельник меня не будет, во вторник с Божьей помощью я постараюсь провести уже урок. Все, всем шаббат шалом, удачи, успехов, и изучая Тору, мы соединяемся с Божественным, с Богом. Проявляя, внутри у каждого из нас есть макромир, есть микромир. Вот внутри у каждого из нас душа это как божественное, тело, мышление это уже следующие этапы проявления. И очень важно, в каком направлении ты двигаешься. Если двигаться по Торе, то ты синхронизируешь себя с Торой, с Богом, с духовностью и с вечностью. Все. А так каждый сам выбирает.